Вот мы на базе «Большие коты» пошли смотреть собак. Они там наверху. Такая лесенка. Сейчас поднимемся по ней. Вход в вольер без сопровождения каюра строго запрещен. Собак не кормить. Я не про собак прокликаю, я про вход в вольер без сопровождения каюра. Потому что, ребят, морозов очень много, может случиться все что угодно. Поэтому любое место, где есть собаки, собаки, кони, лошади, коровы, неважно, без сопровождения каюра входить строго запрещено. Ну, значит, надо поинтересоваться, кто такой каюр. Так вот, ребят, по технике безопасности смотрим под ноги, потому что собаки копают, собаки минируют. Копают такие шахты, что кто-то у вас может по самые уши провалиться, да? Да, второй момент. Кобеля спиной не поворачиваемся, потому что для кобеля нет особой разницы. Человек ты, дерево или куст, деревья проходят там редко, поэтому иной подлец может сделать как-то так. Опа, пс. Так что бдительность, Валерий, не теряем. Ну что, чешите, гладьте, знакомьтесь. Кто пойдет в вольер к хаскам? Где там смелые были? Ребята, только быстрее, главное, головой не малыш, никуда руку не отпускай. Прям залазь. Ой, давай, дедушка. Давай, залазь, быстрее. Евтиша, закрывай, залазь. Тебе? А ты так, погладь. Да тоже можно с удивлением. Давай, быстрее, забегаем. Главное, головой не ударяемся. Это самое страшное, что может произойти. Ну что, полезешь? Сейчас, Оди, почешу. Давай прям двумя руками прям хорошо надо чесать. Так, качественно. И за ухом тоже. О, пошел, процесс пошел. Чеши. Так, Асыч, ты у нас там сидишь? Разноглазый. Так, давай ты эту дверку закроешь, чтобы никто никуда не разбежался, да? Ну что, всякий раз закрывается дверь, хочется сказать, Ас, обед. Да-да. Ну что, сбылась мечта? В смысле, какая? Детки в клетке. Да есть, через неделю приедем. Вот так фотографию делай и на память. Ездовая, и вы на ней ездите? Ну, как вам сказать, кто на ком ездит? Ну что, чешите, гладьте, знакомьтесь. Подходи, Ириней, подходи. Ну что, как шерсть? Пушистая, да? Шикарная, да? Угу. Так вот, на мой взгляд, самая мягкая шерсть из всех пород собак, которые я знаю. Вот эта шерсть является их породной фишкой. Да, кстати, ребята, если заглянете в глаза Шкуди, присмотритесь, глаза у нее на самом деле не карие. У нее в глазах присутствуют маленькие-маленькие сектора. Ну, такая хоть и слаборазвитая, но секторная краска глаз. Так вот, шерсть, конечно, шикарная, но у нее уже потихоньку начинается линька. Скоро это все дело придется вычесывать. Мы ее один раз показали чесать.
такой уж и вредный, значит. Да нет, на самом деле, мерзопак за него характер. Он жил, единственная собака со своим хозяином, он считал, что все для него. А тут оказалось, что есть еще другие собаки, и его-то периодически объедают. Ну, такая штука. Да, ребят, ее зовут Тора. А что не чешем? Нет, прямо двумя руками. Только Тора все надо аккуратненько, кстати. Она очень культурная, тихая, интеллигентная собака. Сейчас точно отвалится. Да, зовут ее Ясно. Всем все ясно? Ясно. Нет, смотри, ребят, надо читать вот так правильно. Засовывай так, где...